В аннексированном Крыму не будут проводить праздничные демонстрации 1 мая, шествие бессмертного полка и военный парад на 9 мая, заявил глава оккупационной администрации полуострова Аксенов утром 12 апреля. Однако уже через полчаса ставленник Кремля в Севастополе Развожаев написал, что решение проводить или не проводить еще не принято. Это очередная мера безопасности, которая демонстрирует самим жителям Крыма, что ситуация не под полным контролем, как уверяет оккупационная администрация. То есть сначала был объявлен желтый уровень угрозы, затем повышена военная опасность, затем закрыты аэропорты, также введены ограничительные меры. Но они все равно пытались сохранять определенные магниты, чтобы успокоить местное население. И это праздничные мероприятия. Именно их отмена 1 и 9 мая демонстрирует, что военные действия и освобождение Крыма приближаются. После начала полномасштабного российского вторжения ситуация с безопасностью в Крыму значительно ухудшилась. Взрывы за последний год прогремели на аэродромах, в Севастопольской бухте, вблизи железных и автомобильных дорог полуострова и возле скоплений техники оккупантов, а еще на Керченском мосту. Владимир Зеленский, президент нашей страны, неоднократно обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, говорил буквально следующее. Держитесь чем дальше от военных и инфраструктурных объектов на территории Крыма и Севастополя, потому как бавовно взрывы на территории этих объектов будут случаться все чем дальше, тем чаще. Потому что очевидно, что идет процесс подготовки к масштабному украинскому контрнаступлению. И для того, чтобы мы достигли максимального результата имеющимися силами и средствами, нам необходимо чем больше ослабить военный потенциал путинской армии, в том числе и тех ее подразделений, которые дислоцируются во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Россия использует аннексированный Крым как транзитный узел для обеспечения всей группировки оккупационных войск на левом берегу Херсонской области и в части Запорожской. С территории полуострова осуществляет ракетный террор Украины. Фактически Москва напичкала Крым оружием и превратила его в огромную военную базу. Помогать агрессору принуждают и мирных жителей. Пророссийские активисты, блогеры и оккупационные власти регулярно проводят добровольно-принудительные сборы денег и гуманитарки для российских военных. Добрались даже до школьников. Уровень милитаризации школы в целом детского сознания, он достиг вот неимоверных таких масштабов, и формы абсолютно шокирующие. Особенно сейчас втягивают детей, и очень маленьких детей, в прямом смысле детей с детских садиков, с начальной школы, но на оказание, как они называют, помощи военнослужащим, принимающим участие, я цитирую, опять же, их термины специальной военной операции. С первых дней большой войны российская армия несет масштабные потери в Украине. И многих раненых отправляют лечиться в Крым, в том числе в гражданские медучреждения. Поэтому попасть к врачу или дождаться очереди на операцию стало в разы сложнее. В больницах полуострова дефицит запасов донорской крови. И это тоже в первую очередь сказывается на местных. В аптеках сложно найти базовые медикаменты, ведь лекарства достаются российским военным. Попасть на лечение в госпиталь можно только по знакомству или военным. Это началось за 3 месяца до 24 февраля 2022 года, якобы из-за ковида. Потом до лета нельзя было обращаться в госпиталь. Потом вроде разрешили. Периодически начальство говорит, что снова нельзя, потом снова можно. Вот так и закрывают. Туда-сюда. Просто иногда им приходят приказы, что лучше оставить больше коек, гражданских не брать. Госпиталь подчиняется не Минздраву, а Министерству обороны. Поэтому как решат военные, так и госпиталь и работает. Сотрудница одного из медицинских учреждений Крыма в анонимном комментарии «Радио Свобода». С первых дней оккупации в 2014-м в Крыму действует украинское сопротивление. А с началом полномасштабной войны оно только усилилось. Партизаны расклеивают патриотические листовки, распространяют украинские агитки и вывешивают синий-желтый флаг. А еще помогают ВСУ корректировать огонь. Все это время, конечно, гражданские максимально стараются давать информацию о расположении вооруженных сил Российской Федерации, о там, каких-то схронах там, боеприпасов и так далее. Поэтому иногда и происходят взрывы на фермах, а оказывается, они наполнены там
боеприпасами российской армии или там на птицефабрике, птицеферме и так далее. То есть это все говорит о том, что без местного населения, без людей, которые готовы поддержать, это бы все не происходило бы. ФСБ активно ищет подполье на полуострове и ужесточает репрессии, сообщили в Центре национального сопротивления. Впервые с 2014-го силовики активно проверяют автомобили местных, проводят фильтрацию, раздевают людей, допрашивают их и избивают. За любые проявления поддержки Украины крымчан заставляют показательно извиняться и бросают их за решетку. Валерия Некипелова для телеканала Freedom.